Хватит мечтать. Срочно посмотри хит-парад аватаров. Выбери там лучший. Добро пожаловать в систему дистанционного обучения Сибирского университета потребительской кооперации. Мы обучили не одну тысячу студентов. Мы знаем, как давать качественное образование. Проверить, не должны ли вы книги в библиотеке, можно здесь. Книга – это самое дорогое для настоящего интеллектуала, но, увы, не самое дорогое порой для совершенно обычного человека. Проверьте в вашем личном кабинете, не должны ли вы книгу. Возможно, именно ее долго ждет кто-то другой. Станьте настоящим интеллектуалом вместе с нами. Загляните в свой личный кабинет. Живи на светлой стороне, выбирай чтение. Будь на светлой стороне, выбирай чтение. Дорогие студенты, одним из наиболее удачных способов создания полезных ботов является применение дихотомического ключа. Посмотрите на этот черновик робота. Он вначале уточняет роль участника на курсе, потом отвечает на те вопросы, которые могут его интересовать. Это только черновик. Ему осталось дать сценарий. Мой друг, вы находитесь всего в нескольких минутах от создания бестселлера, динамического аватара на вашем сайте. Это специальное предложение, которое вы видите на этой странице. Оно размещено только для вас Юрием Белоножкиным. Вышлите ему текст, выберите аватар и получите от него скрипт на свой сайт бесплатно. Это доступно в течение очень ограниченного времени. Примите меры немедленно, чтобы пользоваться всеми преимуществами. Мы с нетерпением ожидаем работы с вами. И вот такие видео на зеленом фоне вы можете использовать для создания ваших аватаров. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Дорогие педагоги, уважаемые психологи, вы участвуете в педагогических советах? Ведете родительские группы или проводите собрания в школе? Мы составили для вас уникальный курс из 4 вебинаров под одной большой темой «Почему дети плохо себя ведут и что с этим делать?». Больше вам не нужно думать, какие составить рекомендации родителям. О чем рассказывать коллегам? Как удивить и произвести впечатление? Для вас самые востребованные темы, поверьте, будет аншлаг благодарности от коллег. Участвуйте сами, заберите с собой все демонстрационные материалы, презентации, нарезки видео, практические задания. Ждем вас на курсе «4 кита общения с ребенком». Здравствуйте, уважаемые посетители! Если вы затрудняетесь в поиске информации на нашем сайте, то воспользуйтесь строкой поиска в правом верхнем углу или картой сайта. Карта сайта содержит подробное содержание и располагается справа, под основным меню. Желаем удачи! Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! На нашем сайте вы получите актуальную информацию о проведении уроков и внеурочной деятельности по литературному чтению в начальной школе. Если вас заинтересовали обсуждаемые темы, вы можете связаться с нами по электронной почте, указанной внизу страницы. Мы очень надеемся на сотрудничество с вами. Надеемся, что вместе мы сможем улучшить качество подготовки младших школьников. Друзья, я рада приветствовать вас. Надеюсь, что информация здесь вам будет полезна и интересна. Желаю успеха! Дорогие мастера и кандидаты в мастера, а вы заметили, как стремительно меняются технологии, бизнес-модели, правила игры?
Чтобы держать компанию в тонусе, нужно постоянно тренировать управленческие навыки, развивать команду, участвовать в марафонах, играх, чемпионатах. С нами играющие тренеры и Лига профессионалов. Стадион МБА – отличная интерактивная площадка будущих побед. Привет! Я хочу стать переводчиком, но знаю, как сложно устроиться на работу без хорошего резюме, особенно без опыта и солидных сертификатов. По совету моих опытных коллег и преподавателей, я прошла этот курс SDL Trados, и теперь в моем резюме я с гордостью пишу, что являюсь сертифицированным пользователем SDL Trados, на что уже обращают внимание мой потенциальный работодатель. Обучайтесь здесь, и вы не пожалеете. Друзья, я рада приветствовать вас. Надеюсь, что информация здесь вам будет полезна и интересна. Желаю успеха. Привет, мой друг. Такого вы еще нигде не видели. Меня создал Юрий Белоножкин специально для демонстрации таких аватаров, как я. Я сейчас говорю машинным голосом, так как распознаю готовый текст. А могу говорить голосом, записанным профессиональным диктором. Я озвучиваю тексты на 26 языках мира, включая русский, могу говорить мужским и женским голосом. Я могу выглядеть как в формате 2D, 3D, так и в образе готовых актеров или записанных вами роликов. При этом я могу запускаться произвольно, вручную или автоматически при загрузке или закрытии страницы. Меня можно сделать за одну минуту и заставить говорить что угодно. Разместить меня можно в любом месте вашей страницы. Меня легко можно увидеть на любом устройстве. Подробнее про меня может сказать Юрий Белоножкин. Хочешь поступить к нам? Зайди в раздел «Абитуриенту», там ты найдешь всю необходимую для поступления информацию. Рад приветствовать вас на сайте онлайн-курсов отдела доп. Образования и повышения квалификации Института сферы обслуживания и предпринимательства, филиала ДГТУ. Наши курсы предназначены для тех, кто готов развиваться в современной информационной среде, расти профессионально и достигать новых высот в своей области. Мы готовы помочь вам повысить квалификацию в самых разных направлениях. Информационные технологии, экономика, социальная сфера, педагогика, строительство и множество других. Обратите внимание, по окончании обучения вы получите документ установленного образца от государственного вуза. Будем рады сотрудничеству. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы «Тьюторская деятельность в сфере образования». Для каждого из вас эта программа будет выстраиваться как индивидуальный маршрут. Именно онлайн-среда позволяет вам самим выбирать возможные пути прохождения этого маршрута. Кроме того, вы сами пройдете цикл работы с тьютором, чтобы в полной мере включиться в освоение профессии. Для того, чтобы мы могли лучше понять вас и выстроить работу с каждым, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов анкеты. Спасибо. Остановись, если уйдешь, не нажав сюда, ты очень пожалеешь. Современное образование для детей и взрослых. Для детей с 3 лет. Группа развития. Лева, Плюс, Смарт, Изо-студия. Для детей с 7 лет. Робототехника. Программирование, электроника, 3D-моделирование. Для работников образования. Курсы повышения квалификации от дошколки до вуза.